Государственный центр тестирования опубликовал список зданий, в которых пройдут тесты для поступления на бакалавриат в 2020-2021 учебном году. В этом списке указано межрегиональное распределение, адрес и локация зданий. Так, для прохождения тестовых заданий в Ташкенте отобрано 12 зданий, 9 в Сурхандаринской области, по 6 в Республике Каракалпакстан и Ферганской области, по 5 в Кашкадаринской, Самаркандской, Наманганской областях, 4 в Бухаре, по 3 в Джизахской, Хорезмской и Новаиской областях, по 2 в Сырдаринской и Андижанской областях. Итого тесты пройдут в 64 зданиях по всей стране. Их список и местонахождение можно найти на сайте ДТМ. Ранее сообщалось, что ввиду необходимости поддержания социальной дистанции в зданиях, количество абитуриентов будет сокращено. Экзамены пройдут в 3 смены. Планируется, что на каждую смену будет приходиться по 25 тысяч человек. Поступающие будут допускаться в экзаменационный зал в медицинских масках и резиновых перчатках после измерения температуры. Каждому абитуриенту будет выделено не менее 3 метров площади. После каждой смены здания будут дезинфицироваться.